Всем привет, это Спортмарафон. У компании ASICS обновляются верхние франшизы Nimbus, Kayano, Cumulus, GT2000. Обалденно обновились в этом сезоне. Но сейчас я хочу рассказать вам о надежности. О надежности, о беспринципиальности. У компании ASICS в виде модели DynaBlast 4-го поколения. Здесь нет каких-то суперпримочек, супертехнологий, но настолько все сбалансировано по пеноматериалу, по дропу 8 мм, по весу, что эти кроссовки — это одно из самых приятных, что можно сейчас встретить на рынке за такую стоимость не только в Европе, но и у нас в России. Очень износостойкая сетка, она плотно сделана, и если это для вас основной фактор, а, как правило, в таком прайс-поинте этому отводится немаловажная роль, очень хорошие шнурки, плоские, в меру эластичные, не перегруженный набивкой язычок. Фиксация в области пятки тоже. Набивка выполнена двумя слоями. Чуть больше сверху, чуть меньше снизу. Хорошо фиксирует пятку, помогает бежать в этих кроссовках среднюю или чуть более быструю тренировку, ощущая их на ногах плотно зафиксированными. Пена FF Blast — это новый пеноматериал. Да, со своим рецептом именно в этой версии, но тем не менее это EVA и OBC сополимеры, которые применяются ASICS и в своих топовых моделях в чуть более вариативных настройках. Снизу кроссовка прикрыта, ее амортизирующий слой защищен резиной Ахар, которая правильно распределена и также распределена только в тех зонах, где нужно защитить пеноматериал максимальным образом и не переборщить с весом кроссовки. Внутри у нас ламинация, которая держит сетку высоко над пальцами. И в целом, если вы ищете кроссовки для того, чтобы заниматься недалеко от дома, если вы бегаете не очень продолжительные кроссы, если вы новичок или если вам нужны кроссовки в расход, бегать достаточно длинные тренировки, DynaBlast 4 наилучшим образом подойдет. Вообще, семейство Blast, Nova Blast, DynaBlast и примкнувшие к ним потом Everride и Magic Speed, все это примерно в одной конве. Они очень грамотно дополняют друг друга, и у ASICS одна из лучших матриц на рынке по моделям. И с поддержкой, и нейтральных, и облегченных. DynaBlast 4. Приезжайте в спортмарафон, примерьте эти кроссовки, я уверен, они вам 100% понравятся, потому что уже редкость найти настолько гибкую, легкую кроссовку без суперматериалов, без карбоновых пластин. На самом деле можно отдельную книгу редких концепций уже заводить, потому что с развитием пеноматериалов, с развитием расширенного термопластичного полиуретана, с развитием полиэфирблокамидов такие кроссовки будут редкостью. Все толще, толще и толще становятся наши спутники на тренировках. DynaBlast 4. Ребята в колл-центре помогут подобрать правильный размер. Всем бег!